Так бывает, что есть не очень добросовестные специалисты, которые оклеивают пленкой автомобиля. Вот на этом белом Bentley была наклеена полиуретановая пленка. Она должна была быть глянцевая, она и есть глянцевая, но она не должна была желтеть. Вот посмотрите, она пожелтела. Владелец принял решение полностью демонтировать пленку и наклеить у нас по новой. Вот сейчас нам приходится все это дело удалять. Вот с капота уже сняли. Вот видите, капот белее, а крыло и решетка желтее. Вот именно поэтому к нам и едут, что мы не обманываем по пленке и делаем все идеально. Вот в этом подразделении у нас вот такая сейчас загруженность. И перейдем в другое помещение, покажу еще нашу загруженность. И вот, пожалуйста, здесь у нас основное подразделение по детейлингу. Вот какие сегодня здесь работы. Здесь, кстати, тоже сдирали пленку, еще до конца не содрали. А здесь полировку производим. Вот такая степень загрузки у нас каждый день. Постепенно снимаем пленку. Для того, чтобы брать пленку, необходимо логотипы снимать по чуть-чуть, не спеша.